1 апреля 80 студотрядовцев из 28 региональных отделений РСО снова собрались под крышей Омской штаб-квартиры. Уже не первый год в преддверии жаркой трудовой поры для студенческих отрядов в стенах мультиформатного пространства создания в течение 3 дней работает настоящая школа, готовят в которой инструкторов. Звучит здесь только полезная и важная информация, проводятся практические занятия, необходимые в дальнейшей работе будущему студенту-управленцу. Для нас сегодня ключевой задачей является отбор тех ребят, которым мы доверим эту очень сложную работу. Порядка 50 человек будут устроены инструкторами. То есть сегодня у нас принимают участие порядка 80. Есть еще, будет, наверное, еще одно подразделение, которое мы в Москве будем проводить, еще один донабор. Задача действительно выбрать лучших, готовых и стрессоустойчивых, потому что взаимодействие с таким количеством больших масс ребят и, главное, с структур, которые необходимо взаимодействовать с РЖД, это очень большой и опыт, и необходимо там определенную выдержку иметь и умение. Координировать работу 7500 бойцов из 56 регионов на железнодорожных объектах страны – вот главная задача будущих инструкторов. Работа не из легких, свои коррективы внесли и ряд ограничений, наложенных на нашу страну. Закрытие границ, сокращение авиаперелетов – все это увеличит пассажиропоток и количество железнодорожных рейсов. Первые отряды бойцов отправить на работу планируют уже 1 мая. Я приехал обучиться инструкторам. Всегда хотел чему-то новому, поэтому и вошел в отряды. Уже в отрядах второй год, точнее уже третий пришел. Это будет моя третья целина. И хочется постоянного развития, потому что в первом году не совсем удалось поехать проводником. Поехал в специальные отряды, во втором уже проводником, а в третьем уже хочется инструктором. Я командир уже второй год и понимаю, что нужно как-то расти в плане карьеры, поэтому отличная возможность попробовать себя в роли инструктора. Также я вдохновилась своим инструктором, который был на зимних перевозках этой зимой, и поэтому решила попробовать сама. Омских студотрядовцев на железнодорожную целину в этом году отправят на 20% больше, чем в прошлом. Всего около 1000 юношей и девушек. По словам председателя правления Омского регионального отделения РСО Алексея Потейко, такая численность стала возможной благодаря запросу федеральной пассажирской компании.